Мы с вами находимся в месте, которое называется порт Алона. Это порт небольшого французского городка Лиссабль-Долонь на побережье Бискайского залива. Название переводится как «Пески Алона». Что такое Алона, местные так не смогли нам объяснить. Может, какая-то речка, может, место какое-то, не знаю, и они не знают. Но песков тут много. А еще тут очень большие приливы. Вот стоит наш катамаран, пришвартованный к понтону. И вы видите столбы, по которым понтон поднимается во время прилива и затем на отливе опускается. Высота прилива в этих местах, на побережье Бискайского залива, на французском берегу, составляет 5 метров. И если посмотреть сейчас вот на один из этих столбов, то можно по метке, которая оставлена роликом, понять, сколь высоко поднимается этот понтон. Говорят, что 2 года назад, во время одного из штормов, понтоны сорвало со столбов, и на столбах висели лодки. Вот такие тут были бискайские развлечения. Из этого порта мы должны выйти в Бискай и уйти вокруг Ла-Коруньи, вокруг мыса Финистеры, на город, который называется Вига, это побережье Испании. У нас, к сожалению, не очень хороший прогноз. Нам обещают циклон, а циклон в Бискайском заливе вещь довольно неприятная, поэтому мы завтра поутру постараемся сняться. Мы идем на 2 катамаранах. Оба Лагун 450, один экипаж русский и один экипаж французских перегонщиков. Они пойдут отсюда, видимо, напрямую, без захода в Вига, прямо на Карибы, через океан. А мы из Вига должны двинуться дальше к Канарским островам.
То, что вы только что видели, это был семибалльный шторм в Бискайском заливе. Очень интересное мероприятие, доложу я вам. Мы шли на Вига, мы прошли 400 миль от Сабль-Долоне. И, к сожалению, мы не смогли уйти на Вига, потому что ветер был встречный, волна была достаточно крутой. У нас было 30 узлов ветра. И там дальше, за поворотом, за северной оконечностью Испании, нас ожидало более 40 узлов. Поэтому экипаж принял решение уходить в Марину Реал города Ла-Коруньи, где я, собственно говоря, сейчас и нахожусь. Сегодня мы провели техобслуживание двигателей, и завтра мы снова выходим в океан. Еще сегодня к нам прилетел Артур. Lily comes when you stop to call her. Lily runs when you look away. Kisses on your collar. Lily, 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 stay. Lily comes when you stop to call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar. Lily, 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 stay. One day she passed him by, a twinkle in her eye. He said she was meant for me. But when he turned around, he lost what he'd found. Oh, where can his lily be? Lily comes when you stop to call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar. Lily, 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 stay. Some are in a locket, he couldn't bring himself to waste them. Ever since she's gone, some days he can't go on. She ruined him for another. Pressed up against the glass, he prays that she will pass. Now he's living with his mother. Lily comes when you stop to call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar. Ну вот как-то так, в общих чертах мы и передвигаемся. А вы, наверное, заметили, что в последнее время мы ставим только Динакер. Основные паруса, то есть Грот и Генуэ, мы не ставили уже дня два. Иногда идем под мотором, я вот сейчас идем под мотором. И отсюда возникает некая проблема, у нас заканчивается горючее, а нам еще примерно 300 миль до Канарских островов, до Тенерифе, Санта-Круса. Можно, конечно, зайти на Мадеру, она вот
недалеко. В общем, фигня. А другое дело, что у нас отказала система глобального позиционирования, не работает система автоматической идентификации. И, в общем-то, так мы не особо понимаем, где мы. Ну, как я сказал, Мадера вот там, а вот там Африка, там Азоры, а вот туда Испания, Гибралтар. Ну, вот где-то тут мы. Te vorrei mania de vasa, ma ho paura di città. Cosa guarda da lontane, costo cuore innamorata. Quando ci aspetta averti questa sera costa luna piena quando ci assonia di dirti quanto t'amo costo cuore mamma tu sogni qui nel blu. Senza creste, a volte tutta una tempesta, ma tu suon tante cose, e chissà se ti ricordi che tra luna e mezze stelle, io t'aspetto a braccia aperte. Averti questa sera costa luna piena quando ci assoniate di dirti quanto t'amo costo cuore mamma tu sogni qui nel blu.
переход закончен, мы пришли на Тенерифе, и сейчас я в городе Санта-Крус, а завтра улетаю в Москву. И вот так вот всегда идешь по океану, и где-то далеко у тебя лежит остров. Может быть, за 1000 миль, за 2, за 3. И это твоя цель. И ты делаешь все, чтобы до туда дойти. Как только он показывается на горизонте, хочется развернуться и уйти обратно. Так и сейчас. Нас не так много, наверное.